18 и 19 января в манеже спортивной школы Олимпийского резерва прошли чемпионаты первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике. Около 700 спортсменов из 9 регионов состязались в 14 видах программы. Это отбор на первенство России, так что нужно было выложиться на полную силу. То есть вложиться, понять, что нужно выигрывать и отбираться, конечно же, на главный старт. Поддержать спортсменов пришел министр спорта Омской области Дмитрий Крикарьянц. По его мнению, в настоящее время российская легкая атлетика возрождает свои победные традиции. Хотелось пожелать всем нашим спортсменам, да и не только нашим, вообще легкой атлетике, раз сегодня мы здесь на этих стартах находимся, чтобы скорее тот статус, который легкая атлетика российская имеет сейчас, превратился в тот статус, который у нее был всегда. Что это лидирующие позиции практически во всех легкоатлетических дисциплинах, хорошая конкуренция на международном уровне, ну и, естественно, олимпийские и мировые победы. Омичи успешно выступили практически во всех видах программы. Наши спортсмены показали лучший командный результат и выиграли 30 золотых медалей. 6 главных наград были завоеваны в прыжках с шестом. Двинулись вперед с тем, что спокойно меняем шесты, значит, добавили, наверное, в скорости и стали попадать в шесть в прыжке. Вот, вроде бы немножечко прибавили в перевороте. Ну, как бы все это надо соединить в один прыжок, пока вот старты есть, будем к этому идти. В прыжках в длину блеснула Екатерина Казанцева. Спортсменка уверенно взяла верх в категории молодежь с результатом 6 метров. Мне нравится сам разбег. Я начала его понимать все-таки. И все, и начинаю входить в прыжок. Ну, просто начинаю думать. В принципе, все начинает получаться. Отличными омские тренеры назвали результаты Степана Кекина и Марины Кичигиной. Спортсмены завоевали золотые медали в беге на 60 метров с барьерами. Кекин победил с личным рекордом 7,93 секунды, а Кичигина пробежала дистанцию за 8,61 и почти выполнила норматив мастера спорта. Мне очень понравился сегодняшний бег. Сегодня первый бег в сезоне, который действительно хороший результат, достойный, я считаю, для уровня российского. Вообще моя основная дисциплина – это многоборье, а не бег с барьерами. Поэтому я считаю, хороший результат. Меня порадовал старт и финиш. Хотелось бы еще лучше, конечно, бежать по технике. Обработка барьера, чтобы была намного лучше. Успешно выступили также спортсмены Кемеровской области и Красноярского края. Каждая из команд завоевала более десятка золотых медалей. Финальные соревнования чемпионата и первенства страны пройдут в четырех городах – Пензе, Челябинске, Санкт-Петербурге и Москве.